Администрация окружной столицы вышла на субботник. Сотрудники мэрии очистили от мусора и старой травы городскую книгу почета и мемориал Чукотка-фронту. Также работники администрации вскопали клумбы, где в будущем высадят цветы и газон. Уборка состоялась по инициативе главы городского округа Анадырь Леонида Николаева. Отмечу, что в минувшую пятницу и субботу в Анадыре на очистку территории от мусора вышли сотрудники школы, Чукотэнерго и других организаций. В порядок свои населенные пункты приводили жители всех муниципалитетов региона. А уже 5 июня в Международный день окружающей среды Чукотка присоединится к международному проекту «Чистые берега Евразии». Проект – долгосрочная инициатива, которая проводится с 2016 года и направлена на формирование экологической культуры и бережного отношения к водным объектам как у жителей России, так и у граждан других стран Евразийского континента. В рамках проекта в округе планируется проведение экологических мероприятий. 5 июня члены региональной общественной организации коренных малочисленных народов Чукотки, жители Анадыря и села Тавайоа, выйдут на уборку берегов водных объектов на территории городского округа Анадырь. Мы готовы помочь инвентарем. Значит, у нас на сайте вся информация, там в Инстаграме будет, куда обращаться и так далее. То есть, если даже просто активные граждане скажут, что они захотят поучаствовать в уборке своей какой-то придомовой территории, мы окажем помощь в инвентаре и в вывозе потом мусора. Так что у нас есть возможность сделать наш город лучше.